Всем привет! Меня зовут Саша, можете звать меня Саня, по крайней мере, так меня зовут все мои друзья. В этом видео я вам расскажу, почему же я все-таки здесь. Потому что 2-3 года назад, когда мой инстаграм еще был сильно более популярный, меня буквально каждый день просили, пожалуйста, сделай YouTube-канал, пожалуйста, сделай YouTube-канал. Я не видела в нем смысла, потому что я думала, кто его вообще смотрит. Но сейчас так случилось, что я сама начала смотреть YouTube, да, блогеров каких-то, либо просто какую-то полезную инфу. И также буквально перед моим носом моя подруга начала снимать видео на YouTube, и я такая, блин, я тоже хочу. И она мне давно говорила, что тебе надо, это твоя эта тема, это у тебя получится, и все такое, тебе есть чем поделиться. И вот поэтому я здесь. В этом видео я просто хотела рассказать, о чем же будет этот канал. Здесь, конечно, будет очень много о моделинге, потому что он занимает огромную часть моей жизни. Моделю я уже 6 лет, я с 11 лет моделю. Сначала это было в моем городе, потом мне пришел московский контракт, потом иностранные. За границей я работаю где-то 4 года. Но за 4 года у меня было где-то 10-12 поездок, на самом деле это немного, потому что я еще училась, сейчас учусь на втором курсе. Об этом я тоже буду, я думаю, где-то рассказывать, потому что закончила школу я экстерном 16, потом я поступила, и я думаю, что кому-то это может быть интересным. Также на этом канале я бы хотела поделиться с вами каким-то своим опытом, какими-то своими граблями, на которые я наступила, чтобы не наступали на них вы. Также я очень хотела бы, чтобы люди, которые не связаны с модельной сферой, понимали, что стоит за красивыми картинками, и не пытались всегда на нас равняться, потому что за картинками иногда стоит очень много не того, что вы видите, и картинка — это не состояние души. Я считаю, что сейчас это вообще очень актуально, потому что у нас все в инстаграме, у нас все в интернете, и, к сожалению, многие не понимают того, что это все многое неправда. На это стоит посмотреть, этим стоит вдохновиться. Это очень круто, это красиво, это просто, не знаю, там эстетически приятно смотреть на многие фотографии, но нужно фильтровать информацию и, типа, не брать это слишком seriously и просто вообще не сравнивать себя ни с кем, это очень важно. Я, так скажем, самая большая цель, которую преследую на этом канале, это делиться с вами своим счастьем. Я не так давно поняла, что я чувствую себя реально счастливым человеком. Я не хочу читать книги, типа, когда мне в книжном предлагают почитайте книгу о том, как стать счастливым. Я помню просто 3 года назад, я такая, о да, давайте. Какая это, наверное, зашибись книга, я стану счастливым. Ни хрена не работала. Я просто хочу с вами делиться своими мыслями, своими какими-то советами, не знаю, можно это так назвать, нельзя. Просто своим настроением, и я надеюсь, что лучше узнаете меня, и я также надеюсь, что с ведением Ютуба я и себя лучше сама пойму, потому что я вообще очень люблю вести дневники, у меня на самом деле куча видео, где я записываю и рассказываю что-то сама себе, также я рассказывать люблю на диктофон. Вообще, моя любимая — это писать, но у меня рука отваливается постоянно, но диктофон реально всегда спасает. Ты просто идешь, выливаешь туда все, да простят меня кто-нибудь, кому-то нельзя слышать все дерьмо, которое у тебя происходит. Кстати, тут, возможно, на моем канале будет ненормативная лексика, потому что, если честно, я ее очень люблю, она настолько в тему иногда. Также на этом канале я буду рассказывать вам про скинкер, потому что очень много вопросов в инстаграме про это приходит. Я вообще считаю, что кожа — это очень важно, потому что она как минимум говорит о нашем состоянии здоровья. Это раз, два, это, я не знаю, 50% внешнего вида, мне кажется, и вообще каждый хочет, чтобы его кожа была здоровой. Также я постараюсь с вами делиться какими-то рецептами, в основном это будет фитнес, все будут фитнес. Также это будут тренировки и какие-то просто мои мысли или еще, я не знаю, какие-то лайфхаки, не лайфхаки, какие-то темы, на которые мне будет интересно снимать видео. Также я долго думала, на каком языке мне снимать видео, на русском или на английском. На английском я думала, потому что даже вот эти вот вопросы в инстаграме, да, там типа ask me a question, приходят 50 на русском, 50 на английском, и вообще типа это как бы круче снимать на английском, но я понимаю, что на русском я смогу более полноценно и красочно, да, наверное, так все рассказать, все описать, поэтому я
Я очень надеюсь, что я это научусь делать, оставлять субтитры внизу и писать их. Вот, поэтому если вы это сейчас видите, то я научилась это делать. Но если я, например, буду снимать видео с кем-то не русскоговорящим, естественно, я буду делать это на английском. Например, такое может быть в поездках. И я буду обязательно оставлять еще русский субтитр. А теперь у меня к вам просьба. Следующее видео будет questions and answers. Пожалуйста, оставьте свои вопросы внизу под этим видео, либо вы можете написать мне в директе в Инстаграме. Также сегодня-завтра я выложу пост, под которым вы сможете оставить свои вопросы. В директе, если я не возьму ваш вопрос в видео, я постараюсь, если я увижу его, ответить вам лично. Вот, поэтому обязательно оставляйте свои вопросы. Чем быстрее наберется больше интересных вопросов, тем скорее я запишу вам следующее видео. И вот теперь у меня дилемма. Я не знаю, как заканчивать видео, потому что меня у всех блогеров очень бесит вот это... Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, see you next time, бла-бла. Ну, типа, задолбала. И я, короче, не знаю, что мне делать, потому что, типа, просто обрубить видео и закончить, наверное, так не делается. Или делается, я не знаю. Короче, мне нужен ваш совет на этот счет, потому что я реально не знаю, вот что мне сейчас говорить. Видео подходит к концу. Поэтому я вам напомню про то, что вам нужно оставить вопрос, если у вас он есть. Я думаю, что он у вас по-любому есть, если вы смотрите это видео, либо написать мне в Инстаграме. И я с вами просто тогда прощаюсь, обнимаю вас, хоть и виртуально, но у нас сейчас все виртуально, что поделать. И пока!